вот теперь пошла дорога основная. Там стоит техника, работает. Вот такие здесь ямы, канавы. Видим. Нормально. Скорость 15 километров в час. На вторую скорость. Вторая передача. Крен кузова как бы не перевернуться. Ну нафиг. Обалдеть. Страшно? Жесть. Здесь надо не картами ремонтировать, а слой снимать и по новой делать. Какая здесь подвеска? Какое здесь оборудование работает? Никакое. С ума сойти, яма на яме. Ух! 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 Ужас. Все, ремонт дороги на этом закончится, наверное. Нет, что-то вырезали. Эть! Езжу сюда несколько лет подряд, ничего не изменилось, только ямы глубже стали. Да. На. Подвесочка, держи, подачка. Да. После них никаких ни сараев, ни клепиков не будет.